Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня приехали в Анапу, поселок Витязево. Поймали на отеле, сверху написано, но вообще это отель называется Андерсан. Состоит он из двух корпусов. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 семиэтажные здания. Отель новый, только сдался, и приехали посетить его. Находится поселок Витязево. Улица здесь, проезд красивый. Номер здания 14. С двух сторон здесь бассейны есть. С одной стороны и с другой. Пройдусь, покажу. Один бассейн, и с другой стороны точно такой же бассейн находится. Здесь за забором, если так показать, парковка, на которой мы тоже поставили свой автомобиль. Идем на ресепшн и заселяемся. Проезд здесь тупиковый. Оттуда автомобили заезжают, а там уже не проехать. Там Делькон. Делькон отели, вот H2O отель. Делькон — это Константинополь и Дельфин. Константинополь в другом месте находится, Дельфин здесь находится. Проход есть на улицу, на центральную, так называемый разгуляй, который идет на пляж центральный. Пройдемся мы и по нему. Там очень много торговых палаток, всяких ларьков, магазинчиков, кафешек, ресторанов. Питание на любой вкус. А в отеле питание все включено. Заходим на ресепшн. Заселили нас в 210 номер. Вот такой вот простенький, но светленький номер. Отель. Только построили, только сдали, поэтому все новое. Есть небольшой сейф, холодильник присутствует. Одеяло лежат. Двухместная кровать, одноместная кровать, тумбочки, телевизор, стол, зеркало. Вода бесплатная, питание включено. Небольшой балкон. И вид на бассейн. Вот так красиво переливается цветами бассейн ночью. Здесь же шезлонги. Соседние отели. Классический отдых в Анапе. Кондиционеры новые. Но такой хороший и простой в то же время номер. Отдыхаем.
взял суп харчо. Здесь шведский стол, можно выбирать. Сели на улице. Так что приятного аппетита нам. А это взял на второй вот так, такое разнообразие. Все очень вкусно готовят. Шикарно. 30 метров, где-то, ну, 30-50 метров в сторону отходим. И выходит дорога прямо на Разгуляй, центральную улицу, которая идет на центральный пляж Витязева. Много палаток и много всяких торговых точек. Можно прогуляться. Вечером здесь музыка гремит, все подсвечено, все красиво. Наборские прогулки. Прогулки организовывают. Здесь же можно на прокат взять и квадроциклы, и багги. Идем на пляж. Примерно метров 300 до пляжа есть аквапарк Олимпия. Вот такие горки высокие. Аквапарк небольшой, но день провести в нем можно. И все, здесь уже выходим. Барханы. И пляж. Это мы находимся по левую сторону от отеля. Сейчас выйдем на берег. Фонтан. Ну и также торговые палатки, палатки, палатки. Развлечения для детей, покататься. Надувные принадлежности для моря. Здесь много игровых детских площадок. Вдоль все это идет развлекаловка, развлекаловка. Главное, чтобы было с собой хороший запас денежных средств, на которые можно развлекать детей. Наш отдых подходит к концу. Отдохнули мы пару дней. И хотелось бы в заключение всего сказать. Вот этот генератор стоит. Такие генераторы стоят возле каждого отеля. Везде. И практически все они работают большую часть времени. С чем это связано, не знаю. Может быть, перебои с электроэнергией. А может быть, просто обслуживание генератора дешевле, чем покупка электроэнергии. Но, тем не менее, вот этот звук, он неприятен. Постоянно тарахтение это. Это вот один из минусов, которые немножко напрягают. Два абсолютно одинаковых зеркальных корпуса. Один называется Orange, а другой называется Family. В корпусе Orange ресторан еще не готов, а в корпусе Family и вот на улице стоят столики. Это ресторан. Недостаток, не хватает посадочных мест, и народ толкается, ждет друг друга, поторапливает. Вот это, опять же, тоже такой один из моментов неприятных. Своей территории у отеля нет. По бокам с одной стороны и с другой стороны есть бассейны. Детская площадка только вот перед входом с одной стороны и с другой стороны. Все, больше территории нет. Ну, как я и говорил, что номера новые, корпуса новые, все чисто, опрятно, уютно. Персонал приветливый, вопросов не возникало. Вначале нам не дали принадлежности для ванной комнаты, которые шапочки, мыло, шампуни. Попросили, все принесли, все установили.
И также просите вот такие карточки. Это карточки для получения полотенец пляжных. Цветом они красные отдельно. Их тоже вначале нам не дали. А так, в целом, отдохнули замечательно. Отель в основном только для ночевки. Переночевал и пошел. На этом все. Все, кто будут отдыхать, всего вам доброго.